Всем привет, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем геройствовать в мире меча и магии. И начинаем новый сценарий. Будем в этот раз захватывать крепость Ламанды. А сценарий 6. Замок Ламанды. Предупрежденная о вашем приближении, царица Ламанда сотворила заклятие, затопившее подходы к единственному порту. Вы должны захватить портал, чтобы захватить порт. Единственный участок суши, доступный для высадки, находится на северо-востоке. А тут вам надо пробираться к замку на северо-западе. А в прошлой серии мы также воевали против Слейера, это лидер варваров. Так, снова у нас два замка. Как понимаю, теперь будет абсолютно идентичный сценарий, где нас теперь эльфы будут атаковать. Ну ладно, собираемся силами и вперед. Так, в первую очередь давайте сразу здесь построим замок. А во вторую очередь соберем дерево и построить должны конюшню. Хватит на нее, на ресталище. А требуется 10 деревях. У меня 5000 золота всего осталось. Так, ну ладно, попробуем захватить на этом ходу, да выбери героя. Так, да, достаем. 14, отлично. То есть строим еще для рыцарей ресталище. И теперь нужно будет копить только кристаллы, чтобы получить собор и паладинчиков. Здесь все построили. Ну, еще героя наймем. А денег нету. Ладно, следующий ход. Здесь дом. Завершаем. И нанимаем еще героя. Пусть подбирает ресурсы и бегает с нами. А этот Робин Гуд будет воевать против эльфов, или же вот этот варвар? Так, а у кого из них армия получше? Так, 5 лучников. Но если выбирать из них чисто визуально, мне больше вот этот нравится, он как-то жестокий, а этот, мне кажется, может оказаться предателем. Берем такого жесткого, обросшего мужика. Так, беседка. 1000 опыта. Так, отлично, нашим рыцарям надо забежать. Я хочу сделать его основным героем, потому что он действительно выглядит как рыцарь, но такой в шлеме, улыбающийся, с безумными синими глазами, но вылитый рыцарь. А это больше на какого-то варвара похож. Так, дальше, что нам здесь нужно построить? А, собственно, у нас все построено. Блин, как же замечательно, когда в основном замке все построено. Так, значит, расстраиваемся здесь. Колодец. И нужно фармить очень быстро золото и найти, желательно бы, сапоги. Так, дом крестьяне. Да, мне в основной армии они не нужны. Давайте золото. А я получил уровень, да. Так, здесь что-нибудь спрятано. Лесопилка. Заберем на следующем ходу. Так, здесь можно пройти только с боем. Сюда тоже только с боем. Ладно, наймем армию и пойдем. Завершить ход. Лесопилка теперь моя. Что здесь? А, нет, строить сейчас нам не нужно, чтобы полностью купить всю армию, которая нам доступна. Завершаем ход, да. И покупаем все, что можно. Ну, так, а ты что, не зашел в город-то, дружок? Так, раз, два. Ну, правда, армия сейчас очень маленькая, но что поделать. Может, конечно, лучше мне дождаться пополнения и после него идти уже в атаку. Какой день недели сейчас? А, 7-й, да. Так будет, мне кажется, разумнее и с меньшими потерями и безопаснее. Давайте подождем ход. От одного хода ничего не случится. Хорошо, население увеличилось. А, можем как раз еще с этого замка привести себе войска. Так, здесь построить теперь кузню. В первую очередь нам нужны лучники и как можно больше. Так, а денег вот действительно не хватает. Как хорошо на предыдущей карте было, когда у меня под конец уже осталось там, сколько ж, 100 тысяч. Было замечательно, а сейчас ни на что не хватает совершенно. Ладно, отвезем тебе. Ну, думаю, 43 лучника, конечно, должны справиться.
Как же иначе? Так 8 рыцарей уже. Сколько вы будете стоить? 1000. Ну, давайте такой армии пойдем. В основном атаковать будем рыцарями. Если что, их поддерживают лучники. А, присоединяйтесь, замечательно. И берем удачу. А, нет, за деньги я не буду платить. Нафиг это надо. Завершить ход, да. У меня и так денег не хватает, а мне какой-то лепрекон предлагает бесполезную подкову купить за 2000. Нет, такое мне не нужно. Давайте ходите уже. Надо их сдвинуть обратно в угол. Девять урона. По-моему, никто не погиб. Готово. Победа и захватываем шахту. А теперь забираем все золото. Может, эти лучники тоже захотят ко мне присоединиться? Так, что здесь построим? А денег нету. Нет, не денег, а руды нету. Окей. Давайте мне все деньги. Сохранюсь, как 30-ка пусть будет. Атакуем. Плохо. Я не хотел бы сейчас терять армию. Но что поделать. Минус 3. Так, я даже тут пройти не смогу. Да, все из-за вот этих кустов. Мои мечники не могут пройти через кусты. Инвалиды. Готово. Лучше бы они, конечно, присоединились, но что поделать. И нужно купить книгу заклинаний для нашего героя. Заклинания иногда бывают полезны. А у меня она не построена, что ли? Нет, построена, вот все. Так, и добрать оставшиеся, кого я не покупал? 2 мечников и копейщиков. А чего у вас так много? А, вы ко мне присоединились, вспомнил. Ну, идемте побеждать всех, кого только можно. Здесь нам больше особо делать нечего. И города сейчас очень удачно расположены, в том плане, что их удобно защищать. То есть сейчас, по крайней мере, я вижу, что с севера никто не нападет, и город один за другим идет. И, соответственно, чтобы защищать вот этот, будет необходимость только в том случае, если вот этот пойдет. Итак, продолжаем. Следующий ход. Да. Копейщики. Я думаю, я вас расстрелять-то смогу. Пока будем стоять в защите, надо местами поменять. А то я опять забыл. Ждем. Они даже друг другу мешаются. Так. Вот на следующем ходу будем уже атаковать их и в ближнем бою. Кого убить? Вот этих, наверное. А, мечники возьмут этих, а этих. Ну да, перед собой тогда убьем, потому что они первые ходят. Ох, замечательно. Тогда поможем еще рыцарям. Рыцари должны блокировать нападение на нас, во-первых. Это я со стороны лучника говорю. Нет, один все-таки помер. Плохо, но что поделать. Готовы, все убиты. Ладно, допустимые потери, не так страшно. Да ладно. Один лучник. И получаем за это 2 сундука. Конечно же, золото. Да, еще раз золото. А святилище, посмотрим. Завершить ход, да?
Так, надо расстраиваться здесь, а то что-то я забылся. Так, таверна. Заклинание ресурсы. Бесполезно. Сейчас я строился или нет? Да, я строился. Не хватает по-прежнему того значка, я иногда забываю. Так, популяция циклопов плюс 5. Как хорошо, что сейчас на карте нету варвара. У него сколько было городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть городов. То есть 6 городов это плюс 30 циклопов. Просто из-за того, что их неделя наступила. Это очень мощно. Крестьяне, ну зачем вы это делаете? Сдались бы. Ну или хотя бы попытались присоединиться ко мне. Готово, победа. Разбойники охраняют перчатку. Сейчас их тоже победим. Сегодня я строился, наверное. Нельзя возвести постройку ресталищ. А мне не хватает леса. Ладно, подождем. Леса поблизости я не вижу. Так, возвращаюсь. Надо не забыть вырезать этот момент, потому что вылезла Алиса, которая решила мне сказать, что есть поблизости около меня. С чего бы вдруг? Непонятно. Пусть сами идут к нам. Все, надо лучников местами поменять, а то я забываю ход за ходом. Победа. То есть у них даже инициатива меньше крестьян. Просто великолепно. Так, забираем перчатку у черного рыцаря. Что она дает? Один к защите. Неплохо. Так, тут особо делать и нечего. Скакали. Хотя нет, пусть он будет привозить нам армию. Мы же будем скакать вперед. И все остальное подбирать, собирать. Кентавров, например, побеждать. А леса не хватает. Очень много леса нужно. Отлично. Потеряем 3 лучников, мой прогноз. Отлично, он не сбудется. Потеряли 2. Ну, хоть это радует. Так дальше, что у нас здесь по дороге? Уже затопленные земли или просто река? Да, завершить ход. Гарголь я сейчас трогать не буду. Тут ничего нет. Святилище. Артефакты. Хорошо. Мечники. Я до вас не дойду. Да, завершить ход. А, то есть у меня вот такой маленький клочок земли. Значит, где-то здесь порт должен быть. А нет, мне нужно добраться до портала, который ведет к порту. Да, принять. Лучше бы лес мне дали. Домик крестьян. Много эльфов. Это отвратительно. Да, пусть приходит. А, и сейчас поменяем как раз местами. Так, выйти, поменять местами. Отлично. Золотая шахта охраняется сворой всадников. Не трогаем. Лес я накопил. Нет. Отлично, еще один город. Срочно захватываем.
Чем быстрее, тем лучше. Чужие стрелки ходят первыми. Великое правило. Так, здесь были лучники. Отлично, 24 штуки аж. Срочно нужно этот лес забрать, потому что у нас и так дефицит древесины. Так еще за счет того, что нам строить здесь форт. 11 штук. А на форт требуется 20. На замок. Замок выгоднее, чем прирост всадников или же нет? Какой сейчас день? Первый. За 7 дней я скоплю только 14 древесин. Где-нибудь здесь я подберу, интересно, ее. Надеюсь, что да, потому что мы получим больше... А, нет, почему не хватает 5000? Окей. А мне руды теперь даже не хватает. Понятно. Это очень занятно. Так, фургоны. Здесь разбойники живут. А лесопилка, замечательно. Домик крестьян займем. Строим, предлагаю сначала форт, чтобы больше денег было. А потом осталось немного скопить и ресталище построим. Завершаем ход. Враг к нам будет приплывать на кораблях, как понимаю. Да, принимаем крестьян. Здесь друиды. Ну, в общем, это вся наша стартовая территория. Нужно ее по-быстрому сейчас захватить. Хотя, зачем по-быстрому? Можем не спеша захватывать. Враг приплывет к нам на корабле. И до наших городов ему очень долго добираться. Правда, если он приплывет с этой стороны, то нам тоже до городов очень долго добираться. Ладно, посмотрим. Завершаем ход. Друидов не трогаем. Сюда проскакать мимо волков не получится, их много лучше не трогать пока. Так, завершаем ход. Накопил я уже дерево? Да, замечательно. Второе ресталище готово. Так, еще я заметил проблему этого... острова в том, что здесь нету кристаллов от слова вообще. Не нужно срочно перебираться, и желательно чем быстрее, тем лучше. Потому что создаем дефицит сами себе этих кристаллов. Но пока не будет 3 ресталища, я не стану никуда даже планировать перебраться. К эльфу. Последний сундук и больше ничего. Кроме того, предлагаю, во-первых... собрать армию и сделать один заход именно по лучникам, по стреляющим юнитам, по всяким эльфам там и прочим, без наших лучников, потому что иначе их очень быстро и легко сольют. Хорошо, гномы удвоились. Просто великолепно. Да, давайте деньги, беседка. И везёмте войска к нашему основному герою. Так, где ты? Забирайся в замок. 8. Так, а у меня все влезут? Нет, у меня опять не влезут из-за крестьян. Как неудобно, что так мало слотов. Или, стоп, влезут. Да, влезут, все отлично. Я же забыл, что не влезают при условии, если мы нанимаем юнита последнего уровня, 6-го. Так, а здесь чем я могу еще заняться? С рыцарями биться не вариант. С друидами тоже. Можно подобрать всякие костерки. Так, здесь тоже всех забираем. И денег, главное, хватает. Ух ты, какая армия уже нарисовалась. Так быстро. Так, скачем сюда. Это будет очень долго, но куда деваться. Ш-
6 ртути. Но ртуть не так уж и нужна нам. Отлично, еще один уровень. Нужны сапоги однозначно. Без них просто печаль, беда. Почему этот лепрекон мне сапоги не продает? Вот их бы я купил. Так, ладно, тогда... Что тогда? Дождемся этот отряд, который принесет пополнение армии. Передадим ему всех лучников. Пусть он... Кстати, можно просто вместе ходить и... А здесь я ничего не строил, ой, зря. Просто ходить двумя героями и при нападении на стрелков передавать лучников второму герою, чтобы они не умирали так быстро. Давайте так и поступим. А дроиды сколько вас? А трава? Свора дроидов. А, не стоит, думаю, с ними драку затевать. Начнем с волков. Да, завершить ход. Нет, не сюда ты скачешь, а вот сюда. Так и здесь тоже надо расстраиваться. Завершить ход. Селение возросло замечательно. Обмен. Пам-пам-пам-пам-пам. 131 лучник. Как это великолепно. В атаку. 10, 8, 12, 22 волка. Нет, пусть они сами к нам подойдут, и следующим ходом мы их атакуем. Все просто великолепно. И никто не умер. Отлично, и захватывай, давай эту шахту. Точнее, лабораторию. Попробуем следующим ходом победить эльфов. Друидов. Завершить ход, да? Строимся дальше. Почему таверны нету? Опять бодро так идет. Так, а вот теперь отдай лучников. Иначе друиды могут их очень быстро слить. В атаку. 4. Ну сколько здесь? Максимум 15 будет. Хотя нет, тут по 4. Ну где-то 17-18. 13. Минус 1 всадник. Плохо, но куда деваться? Задержали. Минус второй всадник. Но два всадника это, думаю, допустимые потери. А всадник проедет вот к этому отряду или же нет? Проедет, отлично. Три всадника, ну ладно. Забираем лес и идем уничтожать всех остальных врагов на карте. Завершить ход, строим. Мне бы кристаллы очень пригодились. Так, здесь опять стрелки. Сейчас передадим следующим ходом. Завершить, да. Так, этот выбран у меня. Как, кстати, тебя зовут? Сэр Галант. Галантный рыцарь. Так, тут встань. А забираем. А, у меня не забраны как раз, отлично. Но опять же, штук около 20 их. Почему они не разбегаются при виде моего войска? Следующим ходом всех добьем. Победа, а ты давай все забирай.
Как хотел, чтобы здесь были кристаллы. Но, увы. Так, ладно, сундук ты подцепишь. Давай я у тебя заберу стрелков или нет. Так, мне здесь эльфов бить и эльфов бить. Нет, а лучники мне сейчас пока не нужны. Идемте без них. Строимся дальше. О, и на ресталище хватает, замечательно. Можно тогда и гильдию магов построить в каждом замке и выучить там заклинания. Так, проклятие, замедление, благословение. А необходимо ослепление, оно очень классно работает. Так, а здесь я ресталище построил. Завершаем ход. Эльф к нам не плывет, это отлично. Давай золото. Побеждаем других эльфов. Ну, скачите уже. Прогнозируемые потери. Один рыцарь или два. Скорее всего, два. Один мечник умер, но это гораздо лучше, чем рыцарь. То, что мечник умер, а не то, что мечники лучше рыцарей. Мечники, они весьма медленные. Чтобы дойти до врага, нужно аж два хода потратить на передвижение, один на атаку. Плюс защита. Что в этом святилище? Артефакты. А еще одно бесполезное заклинание. Так, здесь мы на востоке все осмотрели. Ближе будет захватить сначала руду, а потом артефакт у эльфов отобрать. Так, 1000 опыта, еще один уровень. Строимся. Гильдия магов, да. Защита шахты замедления. Хорошо. Население опять же возросло. Финальная точка нашего маршрута будет около Гаргулей, поэтому, хотел сказать, разумно было бы собрать армии, но их в любом случае собирать придется. Но возить не так удобно будет, потому что нам нужно опередить нашего героя, сейчас вернуться в самые первые города. Поэтому ты давай скачи в самый дальний город, а ты воюй. Очень неудобные кочки, значит, к этим эльфам мы не проедем. Лошади застрянут. Вот сюда нельзя атаковать, так что этих атакуем в этот раз. И снова заблокировали два отряда. А то есть тут вообще, в принципе, нельзя пройти к ним. Нет, ну теперь можно будет кое-как пройти, проехать-то. Ну и копейщики добьют и последний. Замечательно, мораль сыграла именно когда она была нужна. Потери небольшие, согласен на них. Как спокойно играть, когда враг нас не атакует? Не пакостит, не захватывает наши шахты, земли, замки. Правда, неудобно, что они на такие маленькие группки разделяются. Лучше было бы один целиковый отряд, против которого я боролся, и мне было так удобнее. То есть я бы сейчас вот рыцарями напал на один отряд и сразу его победил. А так еще время тратить на каждую группу, чтобы каждого убить. Готово. Конечно же, перед смертью нужно выстрелить. Готово. Так и забираем артефакт. Вы находите древний артефакт. Вы направляетесь к нему, но дорогу вам преграждает шайка разбойников, готовых драться за свою добычу.
Как они уже надоели, эти разбойники. Давайте, идите ко мне сами. Они готовы не то что драться, они скорее готовы умирать за свою добычу. Потому что тут никакой дракой не пахнет. Тут просто убийство. Жестокое убийство и расправа. Ну и давайте, идите, самоубивайтесь. Готово. Вы обнаруживаете гигантский цеп. Что он нам дает? Гигантский цеп дает атаку лишь плюс один. Так, мы здесь были. Надо вот эту свору всадников желательно бы присоединить. Но мне кажется, они без боя не будут сдаваться. Завершаем. Поехали с всадниками биться. Да, почему я не сказал присоединить? Ну ладно, подеремся. Так, эти нас атакуют, умирают. Победа без потерь. Давай золото, и золотая шахта наша будет на следующем ходу. Так, теперь нужно будет телепортироваться в этот портал с полной армией. Не знаю, что будет нас ждать у порта, который, по идее, должен охраняться очень сильно. Потому что, как понимаю, кроме него никак не добраться больше в земли эльфов. Идем убивать гаргулий. Так, здесь я все построил, все, что можно. Завершаем ход. Забираем войска. Уже 200 лучников у нас будет. А это только начало игры, только полчаса с момента записи прошло. Очень быстро развиваемся. Ну, скорее не то, что быстро развиваемся, а не теряем войска понапрасну. Атакуем гаргулий. Нет, на следующем ходу, значит. Может, сейчас еще зайти к лепрекону, купить эту подкову, но удача и артефакт лишним не будет. Денег все равно у нас уже много и даже остаются лишние. А удача бы пригодилась. Правда, долго за ней идти. Да, давайте примем. Я не против. В любом случае, мы в бою потратили бы гораздо больше времени. И не так много бы опыта приобрели. Завершить ход. Да, давайте купим ее. Да, забирай. Опыт. Точнее, золото. Следующий ход. Еще одна популяция. Хорошо, заберем эту популяцию. Может, тогда и героям зайти в город. Хотя нет, не буду им заходить, просто ему подвезу армию. Значит, это еще затянется на дольше. Так, купил, 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 отлично. Нужны сапоги однозначно, без них просто печаль, беда. Две сотни лучников, 40 всадников, 50 мечников. Все можно крушить, кого угодно. Так, обмениваем армию. Жаль, что с уровнем не добавляются лишние очки перемещения. Так, копейщики, всадники. Вот смешно было бы, если бы нажал уволить. А лучники вместо гаргулей. Отлично.
Теперь идем в этот город сам, мы пополним армию и в портал. Но у эльфов же высокая инициатива и очень много стрелков. Они могут моих лучников этих очень быстро забрать. Мне нужно очень много защиты. Сейчас защита у них 9, это мало. Пополняем. Кроме того, давайте построим здесь башню магов побольше. Ослепление замечательное, ускорение еще лучше. Просто отличные заклинания попались. А сколько я их могу сотворить? Так, как это посмотреть? По 2 раза. Ну, ладно, 2 так 2. Спасемся, а потом зайдем в какой-нибудь другой город и снова выучим заклинание. А как я понял из прочитанного в интернете, в героях первых заклинания работают следующим образом. У нашего героя есть определенное количество знаний и есть гильдия магов в городах. Герой приходит в город, он переписывает себе в книгу все заклинания, а количество, которое применяется в бою, равно знаниям. То есть, если было бы знание 10, мы 10 раз могли использовать магию. Так, еще один прирост, но да ладно. Итак, куда нас забросит? Корабль разрушен. Корабль крушен, можно тут что-то подобрать. Волны прибили к скалам полуразрушенный корпус большого пиратского корабля. Вы хотите заглянуть внутрь? Давайте. Я бы не хотел заглядывать внутрь, если бы я знал, что здесь. Они летают на всю карту. Главное, чтобы они не укусили крестьян. Они будут кусать лучников. Ладно, встанем в защиту. Да, они укусили крестьян. Но рыцари, я думаю, справятся с такой армией. Крестьяне в защиту. Вы убьете этих? 59. Нет, не по силам. Даже один рыцарь умер. Ну и сейчас добьем. 1000 опыта. Потери 54 крестьянина, черт бы с ним, 15 лучников, 3 копейщика, 1 рыцарь. Это плохо. Атака плюс 1. А это что я нашел? Что это такое? Увеличивается мораль. Прям хоть опять убери и выкидывайте артефакты. Так, опыт, окей. Вот этот свиток, по-моему, увеличивает как раз-таки знания. Шахта. Не та шахта, самоцветная. А нам кристаллы нужны. Завершить ход. Эльфы, давайте вы умрете быстро и не стреляя. Просто безумие. Ну, по крайней мере, их заблокировали теперь. Отлично, но опять же потеряли лучников. Так, стоите перед останками давно умершей жрицы друидов, пожелтевшие от времени кости проглядывают через прорехи истлевшего одеяния. Пошевелив груду ветоши, вы находите древний свиток. Плюс 4 знания? Да. Можем теперь нормально колдовать. Осталось только в гильдию магов зайти. Завершить ход. Никто ко мне не плывет, это меня радует. Орки. Следующим ходом вы
уйдете отсюда. Нет, вступят в бой. Почему они не могут просто сдаться? И даже с моралью мне не хватает перемещения, чтобы достигнуть этих орков. Удачная атака. 3000. Это при том, что у нашего героя низкий уровень. А сюда я не пролезу. Просто великолепно. Победа и шахта наша. Будем делать теперь паладинчиков. А был бы здесь еще один город, было бы великолепно. Сколько у меня кристаллов? 16. Мало. Так, а ты давай-ка собирай прирост. Завершить ход. Давайте заглянем внутрь. Ничего хуже уже не случится явно. Так, становимся в защиту лучников. Да, крестьяне сейчас умрут все, но что поделать. Защищаемся. Со всех сторон окружили. Отлично. Да, идут к лучникам. Стоило только отойти. 48, офигеть. Я думал, их гораздо меньше. 12 лучников. 19 лучников, 12 копейщиков потери. Сила магии и броньку нашли. Плюс 3 к защите. Ладно. На таких условиях я согласен. Давайте деньги. Эльфы, сбегите, пожалуйста, с поля боя. Вы бы поступили очень мудро этим действием. Нет, они будут воевать. А если я наложу, например, ускорение на кого-нибудь? Так, ускорение. Это даст мне перемещение на всю карту или нет? Нет, я на всю карту не могу перемещаться. Начинают умирать лучники. Типичная картина. Давайте этого пристрелим. Победа. Еще минус 3. Еще одна шахта. Город этих, как их называют, чернокнижника. Даже не знаю, нужен ли он мне. Но нужен в том смысле, расстраивать ли его мне для пополнения армии. Там есть драконы, которые очень сильны. Паладина плюс 5, замечательно, у меня для паладинов дома нету. Золото. Опять же золото. Тут ничего нет. Но вот теперь строим дом для паладинов, их собор. А, на этом ходу даже не хватает, ладно. Присоединитесь ко мне. Не сработало. Замечательно, мораль сыграла. Давайте тогда еще ускорим нашего копейщика. Три тысячи. Жестко. Очень-очень жестко пробил.
Я не ускорение, я наложила божественную силу. Сейчас я пытался понять, а почему он так медленно перемещается, так недалеко. Ладно, сойдет. Итак, ки-потери приемлемо. Так, ну теперь нам точно хватит для паладинов. Отлично, первый собор построен. Скачи назад. Плюс 7, замечательно. Золото куча. Так, это надо забрать. Продолжай скакать. Так, что у нас здесь? Кладбище? Вот на кладбище можно было бы сходить. Давайте исходим. Да? Мы обломки корабля обследовали, а там гораздо все жестче было. Так, как вас защитить? Почему я не могу сюда проехать? А что мне мешает здесь? А, пень. Я пень не могу уж объехать. Мои лошади инвалиды. Ждем. Крестьяне все умирают. Ну ладно. Что нам дали? Всего лишь 2000 золотых. Если б я знал, я бы не трогал это кладбище в помине. А здесь нам не хватает 5 единиц. А у меня нет кристаллов под боком. Да давайте подождем ход, и тогда и наймем войска, и купим для паладинов здание. Забыл, правда, забрать. 4. А мне хватит? Да, впритык. Так, отлично. Вас я распускаю, да. Так, а теперь я смогу нанять все отряды. Так, раз паладины. Лошади. Нет, один отряд я не смогу нанять. Этим отрядом будут как раз копейщики. Отправляемся в столицу. Тут забираем всех. Опять же, две штуки паладинов, так мало. Какой день недели сейчас? 5-й. Нет, надо бы забрать. Но при этом заберем и подождем, и потом уже двинемся с купленным еще одним приростом. Потом сейчас сюда, потом заберем еще. Так, а очередная золотоносная шахта. А зачем их так много на этой карте? Тут что-то совсем жесткое меня ожидает, после того, как я переплыву океан. Великолепно. Мечники разрывают. Правда, эти кочевники не такие сильные уж. Забираем, да, золото, да, шахта, в самом углу что-нибудь будет. Какой-то артефакт с рыцарями. Хорошо, смотрим. Конечно, принять согласен. Сколько присоединилось? Не помню, сколько у меня было, правда. Вы поймали озорного берсерка, который не давал покоя всей округе. В обмен на свободу он предлагает вам волшебную монету. Опять бонус к удаче или морали? Да, увеличивает удачу. Какие-то у меня артефакты неудачные в этот раз. Точнее, как раз таки они на удачу, а не на атаку и защиту. Чтобы я больше хотел. Так, здесь прирост тоже случился. Нет, сегодня 7-й день. Захватим и нужен... А мы отсюда будем строить корабли. Как это неудобно.
Да, то есть мы будем... Хотя, стоп. Я же могу построить корабль, а на нем потом как угодно плавать. Какая разница? Так, завершаем ход. А я не доскакал, да ладно. Хорошо. Еще удачу забрали. Что такое буй и что он дает? Кроме того, это будет первая карта, где я буду использовать корабли. До этого я ими не пользовался в принципе. Была, конечно, карта, где рекомендовалось использовать корабли, архипелаг и плавать на них, но тогда я победил на этой карте за счет телепортов, менгиров. Так, отправляемся. Ну, не так уж и сложно. Сейчас их обнулим и все. Гаргули самоубьются. А, грифоны сейчас не самоубьются, но получат от мечников по башке. Готово. Какой ты знающий герой? А где твоя защита и атака? Захватили теперь замок для чернокнижников. Построить, да? Выглядит практически идентично, как крепость у варваров, по-моему. Ну, по крайней мере, очень похоже. Могли бы сделать, например, какой-нибудь именно черный, как у Гарголи здание. Ладно, тут верфь есть? Нет, придется строить. И, в принципе, мне придется тут размещаться и отсюда атаковать соперника. Завершаем ход. А что нужно для драконов? Черная башня. 30 и 20 серы. Да у меня все это есть. Болото. 10 серы. А хватит. 10 самоцветов хватит. Это тоже хватит. Да у меня на все хватит. Так, требуются лабиринты, болото. Вообще не вижу проблем. Я могу еще себе драконов в армию нанимать. Да, потеряю, конечно, единицу морали. Да кому она нужна? Она работает через раз, непонятно как. Но драконы хорошо, но сначала нужно, конечно, колодец построить, а после него драконов. Хотя можно рассчитать по дням, как выйдет. Так, а теперь сюда скачем. День недели третий. А мы успеем даже драконов построить и без лишних промедлений. То есть в этой неделе уже точно будет у нас прирост драконов. Так, болото, да. Скачи. Завершить ход. По-моему, врага вообще на этой карте нет. Строим черную башню. Великолепно. И вот у нас драконы. Атака 12, защита 12, урон 25-50 и 200 здоровья. А следующим ходом мы построим... А, не требуют. А вот в чем прикол. А у меня есть такая серная шахта-то? Так, это кристаллы. Это не то. А, мне нужно серную шахту захватить. Хорошо, понято. Где-нибудь ее найдем. Давай скачи. Мои ж паладины ничего такого не требуют. Ты их просто покупаешь, по-моему, за 600 монет или сколько. Так, а ну-ка. Да, 600 монет стоят. А эти стоят 3000 и требуют еще и серу. Ох, но как же войска здесь неудобно передавать будет. Строимся. Колодец. Все, готово. Получим 4 драконов сразу. Но стоит ли 4 драконов брать себе в армию? Они, конечно, чрезвычайно здоровые, жирные. Но вместо кого? Вместо копейщиков, но копейщиков у меня сейчас достаточно много. Думаю, что вместо них, кроме того, я их не вез,
Да, это логично. Вместо копейщиков их взять. Так, что нам теперь еще построить нужно? Нам нужно построить, во-первых, гильдию магов, почему бы нет? Пока будем очень медленно перемещаться. Благословение, проклятие, защита. Окей. Давай, скачи ко мне. Что еще? Построить верфь, конечно же, нужно. И нанять корабль, да, один. Вот наш первый корабль. Противник, что ли, ждет меня просто на том берегу и собирает армию? Именно такое у меня ощущение складывается. Так, нанимаем. Что на новом уровне? Ускорение артефакта. Мне нужно ослепление бы сейчас выучить. Ладно, завершаем. Так, у меня было 22 серы. У меня есть серная шахта? Да ладно, а где? Откуда у меня прирост серы идет? А, вот она. Просто она выглядит не как серная шахта. А, отлично, тогда можно вообще без каких-либо проблем нанимать наших драконов. Следующий уровень. А, паралич. Опознать героя. Ладно. Так, ты скачи давай. Скоро уже мы наймем себе дракона в Орду. А ты заходи и учи заклинания. Так, и что теперь еще построить? Один уровень башни нельзя, гильдии магов в смысле. Так, кентавры не нужны, гаргульи не нужны. Мне нужны только драконы. 4 штуки. Отлично, и здесь пополняем. А, паладинов обменять на копейщиков. Вот что может быть сильнее? Урон 330-440. А здесь урон же будет 120-240. Нет, пока копейщики выигрывают. У меня не так много... Ой, куда я переместил? У меня не так много этих паладинов, чтобы... их менять так. Ну и попробуем, каково быть на корабле. Бульк. Что дает вот этот маяк? Буй дал мораль. А здесь город с драконами. Подеремся тогда с ними, почему бы нет. Он будет приносить нам еще единицу золота. Так, для начала сохраниться, естественно. Сохранимся как 30. А у меня хода нет. Понятно. Здесь, по-моему, будет всего 5 драконов. Да, давайте атакуем. Да, 5 драконов не так страшно и ужасно. Если я стану защищать лучников, кого вы атакуете? Дракона-дракона? Молодцы, вы просто гениальны. Так, сейчас я вас всех спалю. Да, 2 задел, великолепно. Ну и попробуйте моего дракона хотя бы ранить или убить. У него такая броня, что это бесполезно. Победа. И 1000 дополнительных золотых в день. Это отлично. Завершаем ход, да. Хотя вот теперь этому герою нужно обратно скакать усиленно и забирать всяких паладинов и прочих. Либо сделать какую-нибудь систему подвоза, что один герой передает другому, другой передает третий, третий на следующий участок и так далее, но это очень сложная сеть. Так, пока на море тишь да гладь. Разведываем около себя, чтобы, если эти эльфы поплывут, они нам не помешали. Ну, точнее, не то, что они помешали, не напали на наши города. Так, а вот здесь что-то странное. Давайте сюда заплывем. Или тут не будет ничего.
Заметьте тщательно, тут нету ничего. Эльфы, по-моему, вообще нас атаковать не будут. Что-то давно не появлялись. Сидит, наверное, в замке, уже трясется от страха. Так, у меня есть кристаллов? Нет, на третий собор не хватает. В этом и проблема. Маленький прирост паллада. Так, а пока изучаем, что здесь. Ничего страшного или опасного. Всего лишь 14. Найдите корабль, который можно ограбить. Просто море. И больше ничего. Точнее, это не море, а это лес, который затопила царица, услышав, что мы можем ее атаковать. Маяк. Захватим себе маяк, будем дальше перемещаться. Так как тебя выбрать-то? Теперь маяк ваш, и все ваши корабли будут преодолевать больше расстояний за один ход. Замечательно. И кораблекрушение обследуем, да? Рокировка. Атаковать драконов будут? Они сумасшедшие. Спалить двух призраков. Великолепно. Защищайся. Жаль, что у драконов нету постоянного отпора. Это было бы так удобно. Но тогда они совсем дисбалансные были. Так, еще уровень защиты. Кроличья лапка, это опять же удача. Да, опять удача будет. Теперь у нас аж 3 удачи. Я бы хотел больше что-то на характеристике. Ух ты, как много теперь мы проплываем. А здесь, как понимаю, ничего не будет. А что за остров на севере? А это начинаются непроходимые леса, про которые нам рассказывали. Восемнадцать. Через 2 хода построим еще один собор. А вот здесь можно пришвартоваться. Ну а смотрим, что дальше на западе. Так, пока мне не требуется войска нанимать. Опять же, один проход, это очень удобно для нас. Отлично, и сейчас построим собор, и будет еще один прирост прямо тут же. Все, теперь осталось построить гильдию магов максимального уровня. Кроме того, мы можем сейчас не переправлять войска через этого героя, а именно через портал, а просто собрать их здесь, собрать их здесь, собрать их здесь и куда-нибудь подойти на побережье. Хотя вот этим героем я бы хотел зайти сюда, чтобы выучить опять же... Или не здесь, где у нас заклинание есть нормальное? Так, в самом дальнем замке. Ладно, купи, покажи мне магию. Вот, я из-за замедления хотел бы сюда дойти, но это очень далеко. Опять же. Еще население выросло. И пристать негде. Так. А это захвачено уже игроком вражеским? Да, это желтый игрок захватил. Откроем побольше карты, чтобы видимость была выше. Так, ну давайте отвезем армию. 16 паладинов, великолепно. Копейщиков не будем нанимать. Их заменят драконы. 20 рыцарей. 40 лучников. Это просто великолепно. Как мне нравятся эти цифры. Кроме того, можно здесь нанять еще одного героя, который просто в одну точку все привезет. Почему так не сделать? Чтобы меньше перемещаться и бегать. А вот нанимать лучше эльфийку, чтобы она не досталась вражескому герою, да? Так, 6, окей. 24, 20, 40. Ты выберись ты. Отлично, а точка сбора будет где-нибудь, ну, вот здесь, я думаю. На центре дороги.
Завершаем ход. Так, а теперь можно забрать армию. Здесь, потом забрать армию там и высадиться на берег эльфа и остановиться на этом. И продолжить в следующей серии. В смысле, ты не зашел в замок? Странно, по-моему, он в замке стоял, но тут не показывался. Денег хватает и даже больше. Так, я всех нанял. 40, 40, 40. Да, отлично. Идемте на место сбора. Так, ты тоже скачи. А ты уже на месте, великолепно. Так, а здесь мы пополняем армию. Опа, эльф там скачет. Так, надо срочно забирать драконов и идти навстречу с ним. 13 драконов. Могу я построить еще один уровень? Сколько требует? 10 единиц. Нет. У меня пока столько кристаллов нет, но в любом случае я рано или поздно ее построю. Ну, на следующем заборе существ. Завершить, да. Кстати, он не может к нам приплыть по той причине, что у него-то города на побережье нигде нет. То есть мы можем тут в безопасности развиваться, создавать многомиллионные армии. Вот в чем причина. Ну, пусть он там скачет, и у него кораблей-то нет, и нигде их не добыть. Вот эта королева Ламанда глупость сотворила, когда все затопило. Так, передаем, передаем, передаем. И еще раз передаем. А я могу пополнить, не заходя на берег? Нет, нужно, чтобы герой спустился. Ладно, спустится. Эй. А, нужно отойти. Высаживайся. Передавай армию. 50 паладинов. У нас есть 50 паладинов. А есть 110 копейщиков. Но 50 паладинов гораздо будет лучше. Потому что у этих урон 10-20. Если бы здесь был урон где-то 5-12, то тогда бы копейщики были лучше. Но за счет той же атаки и защиты это несопоставимо. Все, меняемся. Так, и встаньте-ка вы по центру. Вот так как-то. Сюда. Ух, сколько же у меня теперь всадников. А, все, прибавилось. Я просто не заметил. Казалось, что они растворились в воздухе. Я опешил прям. Да, завершить ход. Еще прирост. А еще прирост я сплаваю, но только для того, чтобы посмотреть последний уровень в гильдии магов. После чего мы пристанем к берегу эльфов и в следующей серии начнем захват. Так, сколько мне осталось одно накопить и получить еще одни заклинания? Так, строим последний уровень. Так, это не то, вот оно. Итак, воскрешает воина в группе, которой был нанесен урон. Это великолепно все. Делает видимой всю игровую карту. Отлично. Давайте сделаем видимой всю игровую карту, почему бы нет. Так, драконов забираем. Всего лишь 3, но да ладно. А как заклинание читается? Так... Артефакты, ресурсы, все. Ага. Так, а вот это неудобно. То есть мне нужно идти сюда. Так, а сколько у него героев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но хотя, с другой стороны, если я буду атаковать, то в любом случае они не переправятся. У них здесь нигде нету порта. По той причине, что даже если вы здесь построите верфь, ну, будет плавать кораблик вот тут и все.
Так, мы приплываем сюда. Дальше, логично, вот этот замок пойти захватить, потому что он очень далекий, и к нему неудобно подступаться. Мы его захватим. Далее, можно после этого пойти вот этот захватить, вот таким путем, а потом в обратную сторону сюда зайти. Мы захватим весь запад. А дальше можно вот здесь все освободить и смотреть. И пойти на восток. А через восточный замок дальше все остальные. Они уже цепочкой идут. Мне кажется, это отличный план. Дождемся очередного прироста и тогда пойдем. Да. Да. Давайте-ка мне трех драконов. Окей. Замечательно. Высаживаемся на корабль обратно и идемте воевать. Кроме того, наш корабль надо отогнать. Мы же вот так причалим, а наш корабль останется, его может занять кто угодно же. А вот в чем проблема. А причалить тут не могу нигде. Вроде бы нет. Да, так они могут захватить мой кораблик. Надо быть аккуратнее. Вот я высадился. И на этом на сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Никогда не покупайте YouTube Premium. Лучше покормите бездомного котика. Всем спасибо. Всем пока.